Военные награды участников полярных конвоев нашли свое пристанище в музее 9-й Мурманской гимназии. В гости к учащимся приехал генеральный консул Великобритании в Санкт-Петербурге Кит Ауан. Встреча началась с концертной программы. Гостям школьники продемонстрировали вокальные данные, знания английского языка. Затем состоялась торжественная церемония передачи наград хранителю музея. Учреждение на базе гимназии существует с 2000 года. Реликвию школьному уголку памяти после своей смерти завещал британский ветеран Питер Скиннер. Он долгие годы поддерживал дружескую связь с 9-й гимназией. В августе Россия и Англия будут отмечать 75-летие с момента отправки первого судна полярных конвоев.